Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Redmi Note 10 изменить рингтон. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт звук и вибрация, мелодия и выбираем музыку. Так как вы, если вы не видели, куда я захожу, то у нас тут есть на выбор пара мелодий. Можем нажать все мелодии, выбрать либо из уже представленных нам, либо выбрать какую-то на устройство. Мне нравится сказка, поэтому выходим. И также можем изменить звук уведомления. Что-то мне кажется, что это 1 секунда. Да ладно. В общем, выбираем ту, которая нам больше всего нравится, и выходим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!